Я пытаюсь передернуть. Раздергай. Я уже передергивать начал. Дернул. Самое смешное, знаешь что, то, что тебе хули пауэр жжет с того, что ты умер. Так. Я объясню про ИП-разок. Я могу перекинуть, мне похер. Но каждую неделю такой чувак, как Трися, Кьюзар, чекает всю эту парашу, у него есть скрины. Если у тебя будет перекинуто ЕП за этот день, и у тебя не было в РК написано, ты получишь 1000 ГП. Выбирай, я тебе перекидываю, но это остается на твоей совести, перекидывать или нет. Это никого не колышет, что ты не знал. Просто объясняю, я могу перекинуть. И впаду. До рейда, до пола босса напишешь заранее о том, что родишь, ну, точнее ЕП получаешь на другой персонаж. Да не знал я про это, что ты, дядя. Я это узнал на ИП, по-моему. У всех профилей, у всех раздельный. Я понял, что у вас ИП разный на каждого перса. Что мне не впадло это перекинуть, просто Трисси это все типа чекает, он накинет ИП, ну ГП, блядь, херь, ну, как это на самом было? Деле это первый рейд на КД, я не вижу проблемы в том, чтобы перекинуть ИП. Говорю, я перекину, мне похер, но потом, если кому-то накинуть ГП, чтобы ко мне не было претензий. Я не люблю потом, что ребята. Давай перекинем, давай, сдал... давай. Рискну я. Мне все равно недолго осталось. Недолго осталось. Ну что, ты подбирать брат? Не, этот, как его? Насморк. Да, я тоже зимой когда заболел, такие сопли ручьем теклись, прям вообще дышать не мог. Я релик не мог. Угу. Так у тебя это и летом будет. Летом чего? А, помидоры типа? Ну то уже ближе к осени. Пошли, я дерну, как хильте меня в этот раз. Ну ты бы еще сразу к Сильвану пошел и дернул. Сейчас хулипал тебя захилит, да? Ничего не понял, что там цирки какие-то. Какая-то математика, да, пацаны? Я не на мехмате учился, как говорится. Так что, давайте, удачи. Я даже фалс эти, ну, банки там на скорость не пью в пристал. Там максимум змея выпью. Тут какие-то цифры еще. Я вообще банки не пью, мне цифры плохо. Да, ну судя по тому, ты одеваешь, тебе точно же похуй. Я знаю одно слово бис и одно слово не бис, и все, пиздец. Каска, кулак, пороги. Почему не убили трэш, который слева вроде ты? А, че вы пулите босса, но без команды? Так там все убили уже.
написал макрос, и Ваня побежал пулить босса. Потом отрешил, напишешь. Че, мы просто потом еще в одну резку сходим. Может быть. Там как проблемы. Видишь? Тут все ездишь. Я говорю, что там как проблемы. Че ты танк, вой танк, каймадри танк, этот злой танк. Акма танк. Может, там... Вешается КД на рогу и не понимаю почему. Он так зашел, посмотрел, что один рога и этот Джерри, и он сказал, да ну его нахуй такой на пол. Бак вообще цел, как с этим? И что? Пока что ж Дэйв, да? По форте в РК. Он же, наверное, пароли свои позабывал. Сметка, выйди, срай. Наверное, на X5 дисканул, а то нам решил зайти. Просто жесть. Покорители, это срака, как так? Подождите, дайте ману допью. Вроде или пару танков нашли, Ваня говорит, еще вторая РФ-ка будет. Да тут и три. Приседай, столик. Погодите, я шкаф ставлю. Дайте кулак по роге. Опа. Экстрим клинкани, что ты бафаешь? У тебя вроде макрос есть. Там Джерри, у тебя ВРК, он пишет. Че пишет? Виталику на разэклоке. А, хорошо, Форти, выбьете зов. Кто чё, ещё раз скажите, кто чё бахает? Ты кулаки. Ты кулаки. Я инту. Дайте кулак. Какой-то пал, дай кулак. Ну чё вы, блин, не можете по бафу распределиться, пал? Я это кто-то дал. Сейчас перебахну на кулак. Кулак я уже бахаю, ё-моё. Да блин. Перебахну. Я же спросил. 4 паладина, 4 бафа, бафайте давайте. Так Ваня начинает, Митриус первую копию, Белин вторую. Всё, давай, Ваня, я начинаю. Стрим коммунистов, кто будет лучше. Цирк приехал. Давай, забирай, бери. Шо, никто ж не умер. А, приступил. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события.
Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Так, не пуляйте, там что-то Жакас в центре тусуется. Жакас, ты тут? Да, я тут, мне мана надо резать. Так не надо там в центре тусоваться. У тебя фул мана вроде, покажи. Вот сейчас уже, да. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная... Все, давайте, погнали. Тут не на своей спике и про другого персонажа пишет. Вы опоздали. Вот они. Давайте Митриос во тьме. Чму хилят Рокстер, Кралька и Ультрашам. Занкс и Жекас хилят свет. Я тьму хилю. Давай, Занкс и хилит тьму, Ультрашам хилит свет. Только учти, Копар, что Митриос пробивает, как я не знаю, что, так что лучше волнами там хиль. Потом Альпич, ты сможешь подиспелить в свету на третьей фазе? Альпич. А, Альпич подиспелит свету на третьей фазе, а Рокстер подиспелит уже свету на первой фазе, потом дальше во тьме будет диспелить. Палы там между собой. Или давайте так, экстримка. Экстримка первый фридом, Виталий Кун второй фридом. Вроде все. Вторая пати где? Вторая пати в этом, в свету. Окей. Кто остается добивать? Четвертая пати, как обычно. Демона. Ты по инорам-то назначил? Сейчас все скажу. Да, Белин, заходи во второй фазе во тьму. По инорам Апис и Небесный. Сначала зайдете во тьму сразу в Занкси и инеры кинете вдвоем, Небесный и Апис, а потом выйдете в Ультрашан и кинете. Ты даешь на пул, когда на это на БДК с пула? А, всегда. Чек на готовность. Идите на стол. Ваня готов? Да. Все стоите в квадрате, дальше не бежать. Все, начинаем, Митриос. Только дайте ему начать, он первый раз танчит. Погнали. Бейте.
сильнее. Смотрим, метко перебежали. Не стоим. Вас убить. Мили отошли. Мили отошли. Так, и стойки, мили. Каково я квадрат этот поставил? Прибежали. Бумаги, конечно, дохуя. Квадрат. Кризи, ты выносишь? Трэш все заиграли, все бьем трэш. Это лужа, а? Выходи в ДК. Я зашел. Он же сейчас сдохнет, он зашел. Зашли, зашли все. Хильте его. В квадрате стоим. В квадрате стоим. Клота метка. Приезди метку. Туда понюхай. Заходите. Нос. Заходите. Заходите. Стойте, бейте. Кажется, когда? Да не надо. Кто не заходит, стоим. Ходить? Нет. Понял. Там купа. Или кто там? Да. Заходите. Отхаризи, скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит? Он не отошел после блоры. Сколько там страшно? Бейте. Бойт, метка, бейте. 51 вам выходить. 51, сейчас будем выходить. Входим. Небесный, не-не, Альпич, подымай, Хризик, ты тут вообще? Жека с меткой. Альпич, подымешь Хризи тогда? Или нет, не подымай. Смотрим, сейчас метеор. Прибежал. Я бы поднял, если бы ШП был БР. В квадрате стоим, мы крышаем метка, холи пал один хилишь. Пал один. Блядь, схавали. Подымай его, Альпич, Жекас. Альпич, Жекаса, подымай. Я ШП, алло. Просто тьме. Апис, я говорю Апис. Ну, РТД, добейте большого. Добейте большого, резче, перебежали метеор. В квадрате, стоим в квадрате. Ваня большой. Отводи дальше трэш. Кулипал снова упал от трэша. Я это вижу, нормально? Что ты падаешь, я не знаю, это пиздец. А как ты падаешь от трэша? Посмотри, если он ближе, чем протопал, значит он недалеко отошел. Если он сзади, то это, значит не наполили. Вот смотри, вот мой труп сейчас рядом с лужей. Куда еще отходить?
еще таких героев? Сколько еще? Там надо позиционировать, откуда больше трэша идет. Туда и надо вставать, ну, по прямой линии. Ты рядом с протопалом стоял, нифига ты не отошел. Это лично твой труп сейчас нашел. Почему ультраша не умирает, убегает немножко назад, а ты умираешь постоянно? Причем там к нему идут мелкие сразу, то есть там я хуй знает, что с наполом. Тут его нет. И ты тоже должен отбегать куда-то, чтобы протопал хотя бы успевал собирать. Сейчас ты не был дальше протопала, ты был просто сбоку протопала, там где была лужа, фактически. А не оттуда и вылазит. Давайте подумаем, как трэш доходит до холипала. Может быть перед холипалом надо ДК лужу разлить? Я слышал такое дело. ДК валяется мертвый, потому что он слоупок. У меня нету слов, я не хочу это. А, да. Джихас, как ты камни ставил, что у тебя метасокет не активирован, тебе два красных надо? Вроде все. Дайте футбол. У него в башке красный, Вань. Ты то желтый. Парирование, выносливость — это красный, Вань. Не, Жека, этот холипал. Я в курсе, но ты понимаешь, что у меня тоже еще не флоу до конца, чтобы смотреться так. Я просто его поставил так. Да, ну два камня красных там бы зарешали, там хороший бонус идет. Блин. Стоит их ставить? Конечно, стоит. А не три там надо для 2%? Чем все готовы, заходите, блин, сейчас ты будешь бросать таунты в холипал. Потому да что нет, он что-то написано. Не очень там отбегает от той лужи. И пожалуйста, блин, ты тебе вообще включена эта печать. Да. Все, начинай, ДК. Вы че? Я сказал. Сразу, пацаны, это мисклик был, реально. Сейчас, сука, как вы заебали уроки, Галимы. Ну что ты делаешь, Митриос? Нахера не надо падать! Пиздец. Эмал Джаз, скажи мне, пожалуйста, да что мне ты делаешь? Да мне похуй, долбоёба, чё, долбоёба, если, блядь? Так, ну, блядь, ну Стаунти, ты раньше он пошёл, и что теперь? Можно было выровнять, чё, первый раз. Ладно, ладно, не ругайтесь. Первый раз не сказал падать. Бедный Хрис. Давайте, ребята, чтобы мы сейчас не тратили нервы и не ругались друг на друга матом. Вы, когда танк бежит к боссу, сука, уберите свои руки за спину, блядь, от клавиатуры и от мышки. Если вы это не будете делать, блядь, сука, я приеду к вам и сломаю ваш пол. Апис, снимай диван и умирай. О, Войс, я буду бежать, приезжай, пожалуйста. Понятно. Ты не сможешь убежать, он своих собак спустит от тебя с упряжки. Зачем вы даете диван? Здесь нельзя диван давать. Пиздец. Забагали босса, ясно. Ну да, пису диван кто-то выписал. Так снимай диван и падай. А он уже умер, все равно бой висит. Сейчас он резнется и должен нормально спать. Пал? Падайте все, кто в инсте. А выйдите с инста все, пожалуйста, я вас прошу. Какой пидор дал диван? Решил тот, кто не знал, что нельзя давать здесь диван. Интересно, что страшнее, когда Джейвин приедет или когда будет приедет? Мне кажется, это страшно. Че, мне нравится, как Дима ролит. Что по делу? Инсту. Какой воды? Да хули диванные войска, блядь, раз щелкнуло. Будут диванные. Заходите.
Заходить уже. Вон у Виталику на руках была сломана. Ты что думаешь, это будет изи? Да. Учитесь на чужих ошибках. Кулак в роге, давайте фулбаф. Паски выпейте там, не знаю. А Хризи как сдох тогда? В лезвие, да? Да. Да. Завязывайтесь это хуйню. Да он не рассчитал, наверное, ему ускорение дал, он так спешил вынести, наверное, не рассчитал, что попадет в лезвие. Если Джерри начнет начинать с ГП, это не как выйдет по 200, это по пятихатке будет сразу, так что 30. То, что по пятихатке, да. Кто дает больше ГП, так будет. Давно резко не релил, чтобы прям столько вайпов было. Чего-то не хватает, не знаю. Хватает. Да все вроде есть. А все, сова спекнулась. Сову и 5 крита. Начинай, бля, не высовывайтесь дальше квадрата. Вы че, ебаные, охуели? Всем было адресовано. Просто уже калит, кто дальше квадрата идет. И квадрат из-под босса выбраки. Передал бейст, перебежали. Пучок, путик. Стали в квадрат. В квадрат, стали в квадрат. Квадрат. Босс. Так, метеор, метка, кралька. Через хвост возвращаюсь. Откидываешь, да, и тебе в горку перебежали и в квадрат стали. Стали в квадрат. В квадрат. Без огня. Танк зашел, давай танк. Пошли все. О, дайте на танк. Сейчас вас поставлю, только на пул на танка отдам. Здесь окс метка. Квадратик и... Били им обов или нет? Они. Сколько там еще? Да до хера. После следующего лезвия зайдут. Мне кажется, Апис тоже должен был оставаться до города. Да, бить по одной цели, что ли, а то у меня сейчас мана заканчивается. Отрегенишься, ёпта. Он говорит, нет. Осторожно. Добили? Заходите, короче. Заходи. Ну, стойте, стой. Теперь заходи. Ходи. Ходите. Монстр мяч. Залейте тут один ману. Один человек. Не залей за Анкси ману. Кралька, залей Занг, Симан. Процент. 51. 51, готовимся. Я есть тьма. Трепещите, ничтожные. Перед посланником смерти. Терметка, все, погнали выходить. Только не в портал. Все, вышли, погнали.
Фриз, метка. Смотрим, метеор. Возвращайся быстрее, Фриз. Метеор перебежали, не вижу. А, нет, все, падает, перебежали. В квадрате стоим, Халионов, Свету. Перестали бить, стали... Надеюсь, вы там упали? Шекас, ты будешь говорить или не? Тоже частицы не было. Да, что-то... Да, блядь. 2.5 секунды. Я так буду с хулипалом идти, да ну нахуй, не пойду никогда хулипалом сюда. Там частицы на БДК, там хилька уходит. Ну там протопал, код прилететь. Они обычно огребают сильно. Не, так на тебе было же частица, я же кинул. Не. Понимаешь, что там вот шок, да, минус 3.75, и потом нихуя просто, пробуждение 2 косаря от ультрашама, быстрена 6000, все пиздец, остальное шок. Символы. А я подожди, я же могу входить. У тебя символ на частице стоит? Жекас, символ на частицу стоит? Да. Отлично. На каждой перебежке ставишь частицу на Q и обновляешь. Перебежал, обновил частицу. Перебежал, обновил частицу. Перебежал, обновил частицу. А, пацаны, вот вы ходите и ходите в этой гильдии. Вас тащат. Это пиздец. Вас тупо тащат. Вы одеваетесь, а вас тащат. Вы пришли сюда без меня, без Вани, без кого там еще, блядь, некого больше, без Баша. Вот вы прикиньте, вы бы сюда пришли, да вы бы сдохли, наверное, сразу, метеор бы упал, вы такие, а, бля, ну нахуй нам тогда идем взиться отсюда вообще, дайте футбол. Просто пиздец, честно. Нет уже тащеров, не играет тащеры, не играет ни Дессер, не играет ни Гуделк, не играет Рома. Остался только я и все. И если я уйду, я чувствую, тут будет вообще... Минус 2 БД. Короче, бля, это, бля, не до вас. Вам знаете, вам надо в Варик третий поиграть. Начинай, Дмитриус. Выровни. Блять, ну не так. Стой, пусть дыхание выровняй. Надо выровнять, все, бейте так. Это типа здесь проблема. Все, ты это там очкай. Дети из-под морды. Бежали, мы тебя. Где стоим? Вот, нет, через хвост возвращаешься. Бежали. Фалю квадрат. Ресай кральку небесную. Только сейчас, не сейчас. Вот сейчас давай ресай кральку. Давай, Диана, заходи, танк, зашли хилы. Отведи еще назад, Дмитриус. Он нормально стал. Еба. Нормально он сейчас стал, все уже. Там что-то типа, да. Вот это поворот.
Скажите, когда зайти. Квадрат. Пить пусть назад вернет. Квадрат, и все выжили. Готовы. Заходите. Выйдем, Апис, резнишь влево сразу. Агамемнон. Куда? Блять, королька нахуй. Теперь падаем. На себя босса. И падаем. На себя босса покинем. Резниш, Апис, кральку. Я на тебе 500 гп, прости, но это 500 гп. Назад. Сколько там? 53. Выходим, резаешь сразу Апис кральку, как выходим, все, вышли, она лишит где-то, короче, резай, она лишит за Халеоном, давай, иди к Халеону в притул, резай кральку. Скажите, когда ей можно будет зайти? Пока нет. Метеор. Заходи. Бежали. Обновись. Заходи. Диана, заходи. Здоровые такие. На нем СС. Что у нас холи, по-моему? СС на нем. СС был. Дистальте, Нариона. Дистал. Сейчас гимн спою. ЧНФ мэра Украина. А мы падаем. Я сказал гимн, а не говно. Рокстер, не Рокстер. Клоп, пой гимноману. Клоп, гимноману речи. Пой. Все. Свет 30, падайте. Давайте, может, я по РЛю. Как там танк умер в тебе? Ты проблемы не видите. Проблема в холипале. В кральке, которая бежит к лезвию. В... Больше вроде ни в ком. Ну, хуй знает, вот... Мне кажется, еще в ханте, блядь. На пуле будет проблема, когда я выношу метки. Это будет всегда. Дайте... Этот. Дайте маму. Кого-то металл ездит. Кто-то объяснял ханту, как напуливать? Это ваш, может, там объяснишь? Пусть мувики смотрят. Ну, я так понимаю, надо... Дать... Надо гайд создать, короче. Надо дать на пул, убрать босса из таргета, получается. Дать на пул, кинуть ловушку там, да? И потом, когда мобы бегут, надо дать ему убрать стрел, правильно, да? Ну, типа, да. Эти бафы. Чё лучше, о тёмной магии или на дамага поставить? Ау. Ты будешь оставаться добивать или нет? ГП будем давать? Да. Просто, значит, какую ауру ставить? Паладин у нас пришел, не знает, какую ауру ставить. Я знаю. Ваше мнение хочу услышать. Здесь не ставится темная магия или аура дамага вообще нигде, ни в каком мире. Потом найду твоего приста в этом аддоне с 900 чарами. Чек. Ваня, Берлин, вы готовы?
Сейчас, мы... Да, все, это... Чё, Дизрекс? Стоим. Погнали. Бежали в метеор. В квадрат стали. В квадрат. Пить клён. Сокс возвращается через хвост или этим чарджем. Прибежали. В квадрате. Куда они бьются? Приморозг. Перед тем, как заходить, я задотать. Запись, ты остаешься тут. Митриос зашел, зашли все. Привет. Москва. Квадрат, стойте в квадрате. Ваня, вы добили? Не, да. Кто? Дотайте. Скажите, когда зайти можно будет. Беги, малышка, беги. Добили. Можно забить. Заходить, нет? В квадрате, да, можно заходить. Смотрите, квадрат, резче. Блять, резче. Не туда. В квадрате стоим. Ну, залейте ману. Занкси, кого-то метка, Занкси, мам, залейте кого-то, ты правда не туда понесла, но да ладно. 51. 51%, мы выходим после лезвий. Какого хуя не задели ты, блядь? Метка, Занкси. Вышли. Вера, босс, Вера, есть? Смотрим, в метке стоим, Джейндоу метка. Диспел. Эти пол-литру, пожалуйста. Сальву на себя кидай. Длань спасения, Холли Пал, Билин Даймон, сальву. Чтобы агро не было. Смотрим, трэш напуливаем, лужи нормально льются. Просто тьме. Так, свет, свата метка, свет стопнули по боссу, босса не бьем, а то сейчас будет у нас 130. Уже 50. Стопнули, ждем метеора. 50 у нас. Знаю. Не бейте пока. Все, перебежали. Все, 40, ждем трэш. Просто ждем трэш и стоим в квадрате. Гимн на ХП поет Альпич. Ой, ребят, на ман. Бьерн, дай гимн на ману. Даю.
Глота. Бейте, свет сильнее. Бежали. Мы перебежали и стали в квадрат свет. Все стоим в квадрате, лужа льется нормально. В квадрат. Дайте гимноману святом. Лифи, метка. Гимноману давай этот, кто тут есть, а тут нету никого. А, Лифин, давай гимноману. Перебежали. Стали в квадрат, стоим все в квадрате, ждем трэш. В квадрат. Свет только трэш. Последний трэш, я вас прошу, не упадите. Что лужина лужа была? Маленькая. А не, лужа была большая. Только Халиона, все бьют только Халиона. Следующий трэш напуливаем, все бьют только Халиона, трэш не бить. Тут 50, сейчас 40. Только на пулы трэш. Перебежали, только на пулы трэш. Сейчас 40 будет. Выбираем позицию, квадрат, смотрим. Ищем квадрат. Все, квадрат. На пулы в трэш и бьем Халион. Танк во тьме прожмись, дайте ему капельку. Все, 50 на маме. Маны или нет? Наконец-то. Что так коряво тьму во тьме лужу вынес? А там просто в свету такой носили лужи, что метку еле вынесли вообще. Значит, позиционирование неправильно было. Я вынес ровно назад. Попал в черную лужу. Я там просто две из света были метки, а там одна зажаты. Ну, это видеть надо было, во тьме находясь. О, мели лут, нормально. На чешку. Охренеть, чешка упала, а у меня пейра ноль. Ладно. Так, Парзул. Слыпа не остаешься? Плата первую по пейру. Ну если я неправильно выносил лужу, то дайте мне ГП на мага, чё? Мне похуй лично. Но я считаю, что я прав. Такого я не говорили. Такого не говорил, я просто сказал, что лужи, которые были из света вообще, там несколько луж, они были как-то вообще пиздец. Там еле вынеслись из тьмы лужи под лезвие. Бьерн, ты ЕП не получаешь? Да нахрен оно надо, все равно никого не обгоним по ПРУ. Ты будешь Бьерн?